То есть не просто влоги, как у большинства людей, а чтобы это влог был с каким-то сюжетом, с какой-то историей. Ну, короче, это просто шок вообще. Шок-контент. И здесь хоп, и все, и ты миллион получаешь. Ну, ты продолжаешь, ты берешь и делаешь. Папу любишь? Да. Сильно? Да. Как сильно? Сегодня с утречка на пляж сходили всей семьей, провели здесь время, и я наснимал много прикольного контента. Вообще, есть идея прийти не просто к влогу, а к влогу такому красивому, эстетичному, который человек будет смотреть и прям получать от этого визуальное удовольствие. Ну, то есть, чтобы были съемки красивые с квадрокоптера, прикольные локации, замедленная съемка, какой-то монтаж интересный, музыка, музыкальное оформление. То есть, не просто влоги, как у большинства людей, а чтобы этот влог был с каким-то сюжетом, с какой-то историей, с визуальной красивой картинкой. Крис, идем в аптеку. Здесь можно в Таиланде заказать много разных прикольных лекарств, которых нет в России, и в России их не заказать. Я себе для спорта возьму кое-что, оставлю это в секрете, что. Но это не запрещенные, это не стероиды, не гормоны, именно не тестостерон, не то, что нельзя в России возить, на всякий случай для умников. В общем, мы приехали в местную аптечку. Также здесь аптеки очень сильно богатые на различные БАДы, прикольные БАДы. Например, здесь в свободном доступе продается. Ну, то есть практически все всякие травки, экстракты, женьшень, например. Ну, то есть вещи, которые у нас действительно сложно найти, они здесь в свободном доступе. То есть вот я сейчас пью в данный момент марингу вот эту вот для печени, как профилактику. Короче, очень прикольные штуки есть. Очень. Очень много различных масок, всяких бальзамчиков, всяких штук, чем можно мазаться, нюхаться. Вот эти вот дезодоранты известные, кристаллические. Ну, короче, много чего. Кстати, Крис, там зубную пасту. Я всегда договариваюсь о скидке. Даже в аптеках в Таиланде хотя бы 5%. Как там говорится, Крис, кто там денежку бережет, копейку бережет? Цыган, я, она говорит. Крис меня цыганом называет. Но я, короче, за то, что скидочку нужно вбивать даже на зубную пасту за 40 бат. Кстати, меня всегда удивляет, почему в каких-то странах какие-то вещи запрещены, а в каких-то странах разрешены. Ну, например, в Амстердаме, как мы все знаем, там можно вообще веселиться как угодно. Но при этом в других странах, например, такие как Таиланд, это за это смертная казнь. Какие-то гормоны, тестостерон в Таиланде можно легко купить, а в России за это посадить могут в тюрьму или административную ответственность на себя наложить. Ну, так себе, короче, непонятно. Было принято решение снова поесть самого вкусного крем-супа в Таиланде, да и, наверное, во всем мире. Это реально самая лучшая еда. Ну, короче, это один из самых вкусных супов вообще, который я ел. Он прям невероятно крутейший. Локацию снова скину, оставлю здесь. Так, мы съели крем-суп кокосовый. Крем-суп кокосовый, рис с мясом, доминики суп. По стоимости получилось 380 бат. Это около 1000 рублей. Вы просто представляете, 380 бат. 380. Там 10 лет назад, когда курс был один к одному, то есть 1 рубль стоил 1 бат, это бы стоило 380 рублей в рублях. Сейчас это стоит 380 бат. Даже при нынешнем курсе, при росте доллара, это стоит всего 1000 рублей. 2 кокосовых супа, 2 порции риса с мясом, доминики суп. Ну, короче, это просто шок вообще. Шок-контент. Вот девочки наши, лидеры нашей структуры. Вы накрасились?
Сейчас был созвон с лидером структуры Вики Вартанян, с Крис Куприяновой. Обсудили снова рабочие моменты, обсудили все действия, которые необходимо совершать. 45 минут пообщались. И сразу скажу важный момент. У нас Вика Вартанян в этом месяце забрала миллион на мечту. Она выполнила бонусную программу «Миллион на мечту», продержала 10 месяцев квалификацию ДТ. Точнее, она сделала даже ДТ-2 и при этом продержала 10 месяцев 5 звезд в первой линии. И это дало ей возможность забрать у компании 1 миллион рублей в виде... Ну, то есть, это своего рода бонус от компании. Ну, так он и называется, бонус «Миллион на мечту». То есть, миллион рублей деньгами. Да, ты с этого момента платишь налоги 6% по УСН, но при этом миллион рублей получить на счет — это просто супер вообще. Мы сейчас с Таиланда возвращаемся, мы едем как раз, кстати, на ее событие, будет организована какая-то вечеринка, какой-то фуршет, где будем праздновать это событие. Я обязательно сниму отдельный прям день, влог, как Вика забрала у нас миллион, потому что это очень такое радостное событие, ну, я считаю. Да, когда ты начинаешь зарабатывать нормальные деньги, ты постепенно привыкаешь к этому. Ну, то есть, как бы миллион, ну, миллион. Но в целом, объективно, если так со стороны посмотреть, отстраниться в сторону и подумать о том, что, ё-моё, это же целый миллион рублей. Ну, это реально хорошие деньги. И, как бы, ты получил их и заработал там в сетевой компании. Ну, как бы, я понимаю, знаете что, что каждый человек, кто в сеть приходит, каждый человек, кто в компании регистрируется, вначале, ну, ты даже об этом не думаешь. То есть, у тебя нет такого, что ты не представляешь даже о том, что у тебя там будет вот когда-то вручение, миллион на мечту. Да, есть где-то это в каких-то фантазиях, мечтах, но точной уверенности нет. Никто, ни один человек, кто приходили в компанию, они никогда не думали о том, что вот у них здесь это получится. И здесь хоп, и все, и ты миллион получаешь. Кстати, чек у нее получился в этом месяце почти 1,5 миллиона рублей. Прикиньте, с учетом этого миллиона. Прикинь, это же кайф. Просто можно пойти там квартиру, студию купить в провинциальном городе. Но я считаю, это же вообще неплохо. Вот, кстати, смотрите, вот Инстаграм Вики. Вот у нее пост. Смотрите, вот он чек. 1,459,000 плюс подарочные. Она здесь пост написала. Я ссылку на пост доставлю, прочитайте. Очень круто. Ну, реально, очень круто. Сказка. Но я так прям в двух словах скажу то, что она там пишет. И я считаю, что это тоже очень важно. Она пишет про то, что самое главное, когда ты идешь к какой-то цели, когда ты идешь к какой-то мечте, самое главное — не сливаться. И много будет проблем. Много сложностей, много отказов, много непонимания стороны окружающих. Близкие люди будут крутить у виска пальцем и говорить о том, что у тебя там ничего не получится. Но при этом, когда ты не сливаешься, когда ты делаешь просто свои задачи в этом бизнесе, ты пришел, и ты как предприниматель в этом направлении развиваешься, то эта система, вот, ну, грубо говоря, бизнеса твоего, в один момент дарит тебе такие бонусы, ну, от которых просто тебя сносит крышу. И я сейчас вам, ну, вот, я же тоже так же, я же тоже через это все прошел. 6 лет мы здесь, 6 лет. 6 лет мы с Крис развиваемся в компании. И, ну, сложности было такое количество, что даже представить себе не можете. Все ради чего? Ради того, чтобы вот, ну, вот с такими видами жить. То есть, вот, смотрите, там море, я не знаю, весь Патонг видно, Пхукет. Мы сейчас в данный момент находимся в одной из лучших квартир Патонга. Эта квартира, но я про это уже говорил, она там в 2017-2018 году была признана каким-то здесь местным журналом лучшей квартирой. Лучшей, понимаете? То есть, самой крутой. Ради этого... Я сейчас не хвалюсь, нет у меня сейчас задачи, знаете, типа вот показать, какой я молодец. Я сейчас про то, что здесь задача, все, кто меня смотрит, ну, не сдаться в один момент. Потому что сложности будут, будут опускаться руки, будут отчаяния. Но ты продолжаешь, ты берешь и делаешь. Ну, вот и все. Куда мы идем? Мы идем в ресторан. Значит, мы сначала в магазин, в Биг Ц. Магазин? Не Биг Ке, а Биг Си. Биг Си? Я хочу Биг Ки купить. Я хотел битки купить, чупа-чупс. Чупа-чупс мы купим. И дальше мы поедем после магазина, после того, как купим дочери чупа-чупс. Да, Доминик? Да. Мы поедем в ресторан в китайский, какой-то мишленовский здесь тоже есть, по мишленовской рекомендации, то есть там по отзывам есть прям китаец здесь, который проживает, и там какая-то невероятно вкусная именно китайская еда. Прям такая местная китайская. Странно, да, звучит? В Таиланде местная китайская. Дочь, ну слышишь, я говорю? Когда я говорю, ну-ка, тихо. Все. Тишина. Папу слушаться будешь? Да. Ну и все. Попить хочу. И попьем сейчас. Папу любишь? Да. Сильно? Да. Как сильно? Смотри, как Микаэл к вам целует. Перед тем, как поехать сейчас в кафешку поесть, решили заехать в магазин.
купить различные всякие штуки, детские памперсы закончились. Решил машину припарковать у автосервиса, и нас выгнали, прикиньте. Ну, то есть, я считаю, что ненормально ни для какой организации. У нас ребенок на руках, младенец. И паркинг, это, где-то там 100 метров. И я припарковался около автосервиса, и автосервис нас выгнал. Говорит, здесь для вас не паркинг. И я сразу ему отзыв написал. Это ненормально, это как-то не клиентоориентированно, это не уважение к людям. То есть, знаете, если бы я просто был один, здоровый мужик вышел бы, то да, тогда можно, конечно, меня выгнать, и я бы сам бы там не припарковался. Когда ты паркуешься и выходишь из машины с младенцем на руках, в этот момент тебе подходит там администратор и говорит о том, что уберите машину, уезжайте отсюда. Я считаю, это вообще ненормально ни для одной организации, вообще ни для кого. Независимо от того, клиенты там у тебя, не клиенты, неважно. Это не норма. И я сразу в Google Maps одну звезду поставил. Так, ну что, мамский блок в деле. В общем, вот эти вот памперсы нормальные. Мэми Поко. Они самые недорогие. 389 бат, потому что есть Мэми Поко премиум. Но я не вижу от никакого смысла. Они норм. Никаких аллергий, ничего. Мягенькие, приятненькие, кайфовые памперсы. И вот снова про что я говорю, когда говорю про эмоциональное настроение. Если вдруг вас что-то выбивает, как сейчас, например, эта ситуация с автосервисом. Ты в любом случае должен быстро собрать себя в руки и начать фокусироваться на тех вещах, которые ты должен делать. То есть я должен снимать влог, я должен быть здесь позитивным, я должен давать здесь энергию. То есть я мог бы кинуть просто камеру в сторону и сказать, все, день плохой, день не задался, я не буду ничего больше снимать и так далее. Короче, это неправильный подход. Я считаю, что нужно всегда, независимо от того, что в жизни происходит, ты на своих задачах концентрируешься. То есть, грубо говоря, ты сразу себе задаешь, то, что я сейчас делаю, ведет меня к цели, то есть к цели развития влога. Я же ведь хочу здесь, там, чтобы было много подписчиков, чтобы была аудитория лояльная, чтобы все это развивалось, росло. И я могу, например, сейчас начать грустить, выкинуть камеру в сторону и задать себе вопрос, ведет ли меня это к цели развития моего влога? Конечно, нет, не ведет. К чему это меня ведет? К тому, чтобы я просто сидел и плакал в подушку от того, как со мной несправедливо поступили. Нет, нужно просто начать дальше концентрироваться на важных вещах. А сейчас, например, мне нужно найти какую-то волшебную палочку. Доминика мне сказала, что она ее сломала, и мне нужно найти волшебную палочку. Но их здесь, походу, нет. Я альбом для рисования. Палочку, но ее нету. Ну что делать? В другом месте поищу. А сейчас ты не будешь расстраиваться? Не будешь расстраиваться? Да! Все. Мы купили сейчас в магазине памперсы, салфетки, колу, яйца, все, что необходимо для дома. Как у меня получилось, да? Салфетки, памперсы и кола. Все, что самое необходимое для дома. Выхожу из магазина, смотрю в сторону автосервиса, потому что это через дорогу было. Я же перегнал машину на паркинг, сейчас пришел за машиной специально на паркинг, чтобы поехать сейчас за девчонками и забрать их, за Крис, за семьей, за няней. И на месте, на паркинге рядом с автосервисом стоит машина. Ну, то есть на том месте, где я припарковался, стоит машина. То есть нас выгнали, а других поставили. Ну, согласитесь, на киле. Прям, я считаю, это отвратительно. Ужасно. Я не пожалел о том, что я оставил им негативный отзыв. Я считаю, что выполнил свой социальный долг. Так, они работают. Все, огонь. Мы сейчас будем есть китайскую еду. Конечно, обязательно под этим видео я отмечу локацию, вы сможете посмотреть. Это рекомендованное Мишленом заведение китайской еды на Пхукете. Это было сильно вкусно. Я не особо фанат китайской еды, но если вот вы фанат, скорее всего, китайской еды, то это прям сильно вкусно. Если вы будете на Пхукете и хоть захочется поесть китайской еды, какой-нибудь такой прям, знаете, настоящий, то прям топ. Ну, реально прикольно, атмосферно так, прям реально китаец, который говорит на китайском, обслуживает. Мужчина, который сам же и готовит, хозяин, видать, с сыном, и сын приносит еду. Это очень прикольно, прям мне сильно понравилось.